А перед началом этого видео я бы хотел посоветовать вам группу во ВКонтакте под названием GTA Province AHK. Здесь вы можете найти скрипт, с помощью которого вы сможете упростить себе жизнь. А именно, если вы играете на roleplay проектах и берете на себя роль медицинского работника, то при установке этого приложения вы сможете отыгрывать долгие РП всего лишь одной клавишей или одним сообщением в чат. Установка, как и использование программы, очень легкая. Инструкция есть в той самой группе ВК. Ссылочку я, конечно же, оставил в описании. Здравия желаю, многоуважаемые. Вы находитесь на канале ПРО, и сегодня, а точнее прямо сейчас, вы услышите информатор желтой линии Свинбургского метрополитена. Ставьте лайки и пишите комментарии. А также не забывайте про подписку на канал, ведь 30% всего лишь смотрят меня с подпиской, а все остальные 70% без нее. Ну и конечно же, поехали! Осторожно, двери закрываются. Be careful with doors are closing. Следующая станция планетная. The next station is планетная. Планетная. Station планетная. Осторожно, двери закрываются. Be careful with doors are closing. Следующая станция страннострелочная. The next station is страннострелочная. Страннострелочная. Переход к поездам 10 линии. Station страннострелочная. Transfer line 10. Осторожно, двери закрываются. Be careful with doors are closing. Следующая станция тропическая. The next station is тропическая. Тропическая station тропическая. Осторожно, двери закрываются. Be careful with doors are closing. Следующая станция имени Сержа Майнкрафта. The next station is имени Сержа Майнкрафта. Имени Сержа Майнкрафта. Station имени Сержа Майнкрафта. Осторожно, двери закрываются. Be careful with doors are closing. Следующая станция Зимогорная. The next station is Зимогорная. Зимогорная. Station Зимогорная. Осторожно, двери закрываются. Be careful with doors are closing. Следующая станция Горки. The next station is Горки. Горки. Station Горки. Осторожно, двери закрываются. Be careful with doors are closing. Следующая станция Заводская 2. The next station is Заводская 2. Станция Заводская 2. Переход на станцию Заводская к поездам 3-й линии. Station Заводская 2. Transfer from line 3. Осторожно, двери закрываются. Be careful with doors are closing. Следующая станция Гусиная. The next station is Гусиная. Гусиная. Station Гусиная. Осторожно, двери закрываются. Be careful with doors are closing. Следующая станция имени Саши в Роблоксе. The next station is имени Саши в Роблоксе. Имени Саши в Роблоксе. Station имени Саши в Роблоксе. Осторожно, двери закрываются. Be careful with doors are closing. Следующая станция Яблочная. The next station is Яблочная. Яблочная. Выход на правую сторону. Переход к поездам 5-й линии. Station Яблочная. Transfer line 5. Осторожно, двери закрываются. Be careful with doors are closing. Следующая станция Липтон. The next station is Липтон. Липтон. Переход к поездам 1-й линии. Station Липтон. Transfer for line 1. Осторожно, двери закрываются. Be careful with doors are closing. Следующая станция имени Евгеши Геймс. The next station is имени Евгеши Геймс. Уважаемые пассажиры, будьте внимательны, следите за сохранностью своих вещей и документов, не оставляйте их без просмотра. Поезд прибыл на конечную станцию имени Евгеши Геймс. Station имени Евгеши Геймс. The train terminates here. Да, именно вот так. И именно вот так звучит информатор желтой линии Свинбургского метрополитена. Спасибо за просмотр. Если вы еще не подписались и не поставили лайк и не написали комментарий, то обязательно это сделайте. Всем удачи, до новых встреч и всем пока!